Привет, меня зовут Дима. Я пользуюсь сервисом Serpsite уже, наверное, года 2-3. Он чертовски полезен для Украины. Есть огромная база, и можно изучать конкурентов, можно подбирать семантику и делать все возможное, чтобы улучшать свой сайт. А теперь у них есть большая база на Запад для США, Великобритании, Германии. В Serpstab очень много информации содержится, и веб-интерфейс не позволяет доставать всю ту информацию, которую вы хотите, но у них есть API, очень много функций, и они позволяют доставать те данные, которые вы просто не можете достать через интерфейс. Вы, например, можете более детально изучать конкурентов, их не позиции, их не изменения, динамику. Можете даже искать тематические форумы, на которых можете постить записи про себя. Можете находить рекламу, которую вам AdWords не покажет, что она показывается ваша, и находить фразы, по которым ваша реклама показывается, а вы даже и не знаете об этом. Я очень советую воспользоваться API Serpstat. И если у вас мало навыков, можете почитать мои статьи. И есть несколько публикаций уже на блоге Serpstat. В общем, пользуйтесь.